11 липня – Всесвітній день народонаселення. Кожного року він має нову головну тему. В 2017 році – це планування сім'ї та зменшення кількості абортів. До речі, невдовзі, а саме 15 липня відбудеться спеціальна зустріч на вищому рівні. У рамках ініціативи запланували домогтися, щоб до 2020 року 120 мільйонів жінок отримали доступ до інформації, послуг саме в галузі планування сім'ї. Гостя нашої студії – головний акушер-гінеколог Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради Галина Одинцова. Здравствуйте. Добрий день. Итак, поняття планування сім'ї. Очень хорошее понятие, оно само о себе и говорит. Планирование семьи – это когда семья перед тем, как решила родить ребенка, очень ответственно к этому относится. И, конечно же, она думает о том, что ей нужно родить здорового ребенка. Для того, чтобы родить здорового ребенка, семье желательно до того еще, когда она планирует рождение этого ребенка, обратиться в центр первичной медико-санитарной помощи, либо к семейному врачу, либо к акушеру-гинекологу, пройти обследование. Это и инфекции, которые передаются половым путем, это мы можем предложить сбор анализов на какие-то генетические нарушения. Это прежде всего сбор анамнеза, то есть мы выясняем все, что было в роду этой семьи, у родственников и так далее. То есть собирается очень тщательный анамнез и определенные обследования. Если есть какие-то очаги хронической инфекции, это могут быть кариозные зубы, это может быть хронический пиелонефрит, то есть это могут быть различные заболевания, которые мы поможем подкорректировать, вылечить и таким образом подготовить семью к рождению здорового ребенка. Вот под этим мы подразумеваем как раз планирование семьи. Если говорить о последнем времени, количество рождаемых или количество абортов, чего больше? Статистика. К счастью, за последние 15 лет количество абортов по городу Днепру значительно снизилось. Снизилось в 6,6 раз. То есть, если говорить о показателях, то в 2000... Сейчас я, чтобы быть точно, скажу. В 2002 году показатель был 30,2. То есть, это 30 женщин на каждую тысячу фертильного возраста. Фертильный возраст – это от 15 до 49 лет. Делали абортов 30 человек. То в прошлом году на каждую тысячу женщин всего лишь 5 человек. Ну, хотелось бы, чтобы этих 5 не было, потому что у нас сейчас достаточно средств контрацепции с тем, чтобы планировать свою семью и все-таки не вредить своему здоровью, делая аборты. Очень позитивным, я считаю, моментом является и тот факт, что в последние годы отмечается изменение женщины в пользу наступление беременности все-таки в пользу родов. То есть из 5 женщин 4 женщины рожают и 1 делает аборт. То есть это очень хороший показатель. Почему? Потому что раньше было, безусловно, наоборот. Раньше единственным методом планирования семьи это был фактически аборт. Сейчас достаточно много различных методов, и семья уже научилась планировать свою семью, планировать рождение детей. И, естественно, таким образом мы сберегаем здоровье репродуктивной женщины, и в целом и моральное, и психическое, и материальное, и рождаются здоровые дети. Если говорить о многодетности, нынче это в тренде, в моде? Мы очень рады, пожалуйста. Единственная какая рекомендация идет у врача-акушера-гинеколога, это прежде всего обратиться, не противопоказана ли этой женщине беременность. Это первый вопрос. И второй, мы рекомендуем делать перерыв между рождениями и детьми 2-3 года с тем, чтобы женщина восстановилась полностью после родов, окрепла и подготовить успела себя к последующей беременности. Опять-таки обратиться к врачу, пройти обследование, попринимать фолиевую кислоту для профилактики врожденных пороков развития. То есть так, как это делается во всем мире, так же это делается и у нас. Мало того, мы впервые в этом году выделили деньги из городского бюджета для покупки фолиевой кислоты как раз для тех семей, которые планируют родить ребенка, и женщине до рождения ребенка, до зачатия еще планируется применять эту фолиевую кислоту и потом ее продолжить прием в течение первых 12 недель беременности. Давайте поговорим о латентных или так называемых скрытых абортах. Существует ли такая вообще проблема в Днепре? Нет, у нас таких проблем нет. У нас все аборты легализованы. То есть такие проблемы существуют в странах, где запрещены аборты. Там идут криминальные аборты. У нас криминальных абортов практически не бывает, но я ни в крайнем случае не знаю. Раньше когда-то были, когда девочки или там, ну это больше были из сел, когда они прибегали уже на поздних сроках беременности, к прерыванию беременности, но это очень опасно. Почему? Потому что криминальные аборты, как правило, заканчиваются всегда, ну в лучшем случае, потерей репродуктивного органа, в худшем случае, потерей женщины. Поэтому мы очень
категорически боремся со всеми повитухами, я так их называю, или людьми, которые пытались делать какие-то криминальные аборты на дому и так далее. То есть, ну, последние годы у нас этого, к счастью, нет. Боюсь даже об этом говорить, чтобы его не появилось. Ну, постучим по столу. Постучим. Итак, ну, наверное, логично было бы спросить, вот каким образом все-таки удается снизить? Ну, понятно, что вот психология будущей мамы – это понятно, но вам, как врачам, как медикам, вот каким образом удается снизить этот показатель? Ну, я считаю, что мы достаточно много работаем, достаточно плотно работаем в этом направлении. Почему? Потому что я уже вам сказала о показателях, в 6,6 почти в 7 раз снизилось количество абортов, то есть это достаточно большой показатель. Первый раз мы в городе закупили за деньги городского бюджета, принята была программа городская депутатами на сессии городского совета, выделены были деньги на контрацептивы. И первый раз, когда я просила депутатов и объясняла, зачем нам нужно купить контрацептивы, конечно, это было масса непонимания, зачем покупать презервативы и так далее. То есть и я объясняла, что нам гораздо дешевле купить контрацептивы и обеспечить социально неблагополучные слои населения, одиноких матерей, многодетных матерей, женщин ВИЧ-инфицированных, подростков, тех, у кого нет возможности купить себе, обеспечить их средствами контрацепции, если у них это нежелательная беременность, мы их предохраним от заболеваний, передающихся половым путем, и в том числе от нежелательной беременности, сбережем им здоровье. Поэтому мы выделяли деньги и закупали контрацептивы. Кроме того, мы сейчас выделяем, в прошлом году мы на 155 тысяч гривен купили контрацептивов. Разные методы сейчас есть контрацепции, разные формы контрацептивов. Это инъекционные, это внутриматочные спирали, это и презервативы, это и различные другие, то есть таблетированные. То есть каждая семья абсолютно подбирается наиболее современные, наиболее адекватные, наиболее качественные методы, то есть кому что больше подходит. Поэтому деньги мы выделяем, мы закупаем, они получают это бесплатно, особенно вот женщины, у которых есть тяжелая экстрагенитальная патология, там это, например, тяжелые декомпенсированные заболевания сахарного диабета, онкологические заболевания, психиатрические некоторые заболевания, ВИЧ в стадии СПИД, то есть уже когда идет вместе с СПИД, туберкулез и гепатиты, то есть большие комплексы заболеваний комбинированных, много заболеваний. Этим женщинам, конечно, беременность, она будет угрожать им жизни, поэтому им не рекомендуем рожать для того, чтобы сохранить свою жизнь. Поэтому мы их как раз обеспечиваем 100%. Кроме того, мы получаем еще из государственного бюджета немножечко контрацептивов, из областного бюджета, и в качестве гуманитарной помощи, вот мы недавно получили презервативы, мы как-то до этого достаточно, у нас было много, тоже нам в качестве гуманитарной помощи. Мы приучили наших студентов к тому, что у нас и в студенческой поликлинике, и в центрах первичной помощи прямо презервативы мы выкладывали в вазочки, чтобы имели, чтобы молодежь имела, да, свободный доступ и не стеснялась взять одну или две штучки. Или а там скажите, 10. Не стесняются? Берут? Наоборот, они потом приходили ко мне и говорили, где, мы же уже привыкли, где, потому что сейчас все это стоит дорого, и поэтому, конечно же, им это очень удобно. Не считаете ли вы, что это вообще должна быть государственная программа, то есть качество должно быть высокое, а цены минимизированы для того, чтобы тот же презерватив студент мог спокойно... Я считаю, что это да, это как раз жизненно необходимо. Почему? Потому что это оберегает, в конце концов, потом наше здоровье. Поэтому надо думать о том, чтобы цена и качество было таким, чтобы могли позволять себе и незащищенные слои населения обеспечивать практически себя в этом, и не задумываться, купить им хлеб или купить презерватив, потому что это жизнь, и она все равно нужна. Насколько сегодня жители Днепра интересуются вообще понятием планирования семьи? То есть насколько вы знаете, последние годы очень приятно, что уже молодые пары, которые даже некоторые перед вступлением в браке, у нас была такая программа, когда в ЗАГСов нам отправляли пары, которые решили вступить в брак для того, чтобы они прошли обследование и получили консультацию по планированию семьи. Поэтому сейчас все чаще и чаще пары обращаются к врачам с тем, чтобы мы дали какие-то рекомендации, чтобы они прошли обследование, чтобы это были доверительные отношения. То есть они ожидают и планируют рождение своего ребенка. Я считаю, что это очень правильно. Если говорить о забеременевших, их возраст молодеет? Тенденция какая? Ситуация такая.
Если говорить о подростковой беременности, она у нас держится на стабильно низком уровне. То есть, если это аборт, это 3,3 на 1000 подростков. Мы считаем показатель такой. То есть, на 1000 подростков 3 подростка делают аборт. Ну, по городу это низкий показатель по сравнению с другими городами и Украиной. Вот. Ну, хотелось бы, опять-таки, чтобы этого не было. В последние годы подростки, опять-таки, выбирают больше роды при наступлении беременности, чем прерывание беременности, то есть что нас тоже не может не радовать. Вот, ну, конечно же, хотелось бы, чтобы подростки все-таки стали сначала взрослыми, а потом уже планировали рождение детей, потому что дети рождают детей. К сожалению, каждый год рождают дети до 14 лет детей, и дети 15-17-летние подростки тоже рождают детей. Поэтому, как мы ни стараемся, врачи одни не в состоянии внушить детям, все-таки я считаю, что это общая комплексная проблема, прежде всего вопрос семьи, когда надо со своими детьми доверительно разговаривать, потому что мамы думают, что девочки еще маленькие, мальчики еще маленькие, а девочки и мальчики в это время уже, с учетом того, что сейчас достаточно много доступа к средствам информации различные, они черпают информацию со всех источников и по своему незнанию или непониманию попадают потом в те ситуации, которые они могли бы избежать, если бы они знали, как себя вести или как предохраняться, если эта беременность еще им нежелательна. Если отнести все подковерные ситуации, сколько на сегодняшний день стоит сделать аборт в Днепре? Ну, аборт у нас бесплатный. У нас пока никто не отменил Конституцию, поэтому у нас проводятся они бесплатные. Единственное, что могут просить, конечно, это деньги на медицинское обеспечение. Это если делают под обезболиванием, под внутривенным наркозом, то есть с учетом недостаточного финансирования отрасли, могут просить деньги на прерывание беременности. Но опять-таки эта процедура болезненная, поэтому, конечно, основная масса людей выбирает, если прерывать беременность, то это делать под анестезией, под внутривенным наркозом. Вот, и поэтому, конечно, для этого просят какие-то деньги на медицинское обеспечение. Если говорить о кадровом потенциале врачей-гинекологов в Днепре, насколько все укомплектовано? У нас достаточно мощный кадровый потенциал акушеров-гинекологов. То есть мы укомплектованы практически акушеры-гинекологи полностью по городу Днепропетровску, поэтому мы не испытываем особых проблем в наших кадрах именно в акушерстве и гинекологии. Хотя последние годы, конечно, с учетом нашей небольшой зарплаты, многие люди уезжают. Кстати, о зарплате. Сколько хороший специалист сейчас для Украины получает ежемесячно? В среднем 3-4 тысячи гривен. Хватает этих денег, на ваш взгляд? Нет, конечно же, вы же сами понимаете. Оптимальный вариант для того, чтобы не было определенных жизненных стимуляций, сколько хороший специалист должен получать? Вот мы говорим о той профессии очень нужной, поскольку рождение ребенка, планирование ребенка, иногда и прерывание беременности, ну, по медицинским показаниям. Какая зарплата должна быть? Ну, мы же стремимся в Европу. Да. Ну, мы знаем, европейские цены, там врачи одни из самых высокооплачиваемых специалистов. Да, они учатся много, и мы также много учимся, и мы стараемся много, и оборудование у них больше. Но я надеюсь, что, может, мы вернемся в Европу не только с безвизовым режимом, а, может быть, все-таки и зарплата будет у нас тоже когда-то европейская. Не только ответственность, потому что ответственность, конечно, на врачах лежит колоссальная, потому что мы отвечаем за жизнь двоих людей, потому что наши смертности, к сожалению, если происходят, то это смертность в молодом возрасте. И поэтому, конечно, все это очень досадно, очень неприятно, очень ответственно. И поэтому, конечно же, врачи-акушеры-гинекологи – это как раз те врачи, которые работают всегда для двоих. У нас задача спасти маму и спасти ребенка, и дать здорового ребенка семье. И хотелось бы еще, если можно, два слова буквально. Если уже женщина решила все-таки прерывать беременность, то есть вот так у нее сложилось, и она каким-то образом не может рожать, семья, а она решила прерывать, то хотелось бы, чтобы женщины все-таки знали, что безопасным методом прерывания беременности является вакуум-аспирация и медикаментозные аборты. У нас всего только 30% женщин делают вот этими безопасными методами, прерывают свою беременность. На каких сроках это вот можно делать? Вот я хочу как раз их озвучить, чтобы женщины знали и имели широкий доступ к этой информации. То есть мини-аборты, вакуум-аспирация делается до 49 дней, медикаментозные аборты делаются до 49 дней задержки месяца, и в стационарах они могут делаться до 63 дней. Поэтому как только у женщины, если она видит, что у нее нарушился менструальный цикл, то не надо думать, что это сбой, природа, погода. Сейчас достаточно много тестов в аптеке. Даже если вы не хотите пойти сразу к врачу, то есть вы можете пойти купить тест, увидеть две полоски и думать, что это, что тогда дальше делать. И не тянуть время, потому что единственного диагноза хронического нет – это беременности.
Поэтому его нельзя долго думать, надо быстро принимать какие-то решения. Давайте проговорим пошагово. Итак, как лучше всего планировать рождение ребенка? Куда стучаться, куда идти? В центр первичной медико-санитарной помощи, семейный врач или врач-акушер-гинеколог. Это первое звено, куда мы идем. И дальше мы говорим, мы хотим, планируем родить ребенка. Дайте нам, пожалуйста, рекомендации. У нас есть приказ Министерства здравоохранения, в котором есть целый додаток, который как раз ответственный за преконцепциальную подготовку, это прегравидарную подготовку. И там уделяется внимание огромное. Какой здоровый образ надо вести, что применять, сколько калорий надо кушать, какую физическую активность, какая рекомендуется нагрузка физическая, сколько спать рекомендуется женщине, какое психоэмоциональное состояние должно быть, какие продукты надо больше кушать, в каких больше содержится каких витаминов и микроэлементов. То есть там достаточно много расчет идет по всем буквально показателям. В каких больше продуктов содержится белка, в каких больше содержится железо, то есть для профилактики анемии. И все это доктор даст паре, пара будет иметь возможность ознакомиться со всеми этими рекомендациями. То есть там, естественно, это отказ от курения, отказ от алкоголя, понятно. Вот, кстати, отказ от алкоголя и курения. Вот за какое время хотя бы надо? За полгода, за год, за месяц, за три? Нет, мы говорим, хотя желательно, конечно, вообще отказываться от этих пагубных привычек. Но если уж такая привычка есть, и вы в состоянии от нее отказаться, то хотя бы за полгода. Если вы не в состоянии от нее отказаться, и вы забеременели, то нельзя резко бросать курить, потому что это вредно для плода и, может быть, даже прерывание беременности в ранних сроках. То есть надо бросать очень постепенно, опять-таки, под рекомендации врача. Если говорить о женщинах 2007-2017, насколько изменилась вообще психология их? Вы же наблюдаете, и вот, кроме, скажем так, большего желания рожать, чаще рожать, что еще изменилось у днепрянок? У днепрянок изменился немножечко порог. Вот мы начали говорить о возрастной категории женщин. То есть, да, есть и подростки, которые рожают, но все-таки сейчас идет больше к взрослению женщин. То есть женщины после 25-30, то есть сейчас уже ни для кого совершенно не секрет, когда первые роды и в 35, и ближе к 40 годам. Вот. Но все-таки я как врач считаю, что наиболее оптимальное время для родов – это 24-25, до 30 лет нужно решить свою репродуктивную функцию, а дальше продолжать строить карьеру. Тем более сейчас достаточно много коммуникаций различных, много возможностей родить ребенка, не бросать работу, то кормить ребенка грудью. То есть это сейчас все это женщины мобильные, они очень подвижные, очень стараются все успеть, поэтому чтобы среди их всех профессиональных планов не выпадало вот это звено, которое, я считаю, что для женщин оно практически самое важное, это рождение ребенка. Ваше пожелание будущим папам и мамам? Будущим папам и мамам я желаю, естественно, подготовиться к родам, подготовиться к зачатию сначала, подготовиться к родам и благополучно, чтобы эти роды закончились, чтобы получили здорового ребенка и через пару лет приходили по-новому к нам. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Спасибо. А глядачам 9 каналу нагадаю, головний акушер-гінеколог Департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради Галина Одинцова була у нас у гостях.